Слышите, да, ребята? Прям тишина такая, ветер только шумит. И, собственно, всем привет, с вами Серега, мы продолжаем играть в Fallout 4, продолжаем свои похождения. Я вот с этим вот железным болванчиком двигаюсь. А двигаюсь я в сторону музея ведьм Салема. У нас есть задание, которое мне, соответственно, надо выполнить. Вот здесь вот у нас осмотреть музей ведьм. Это побочное задание, я решил немножечко разбавить прохождение основной сюжетной линии, скажем так, вот таким побочным заданием. Сейчас мы туда пробежимся и, соответственно, посмотрим, что там есть. Что там есть хорошего. Качаемся потихонечку, растем. Барахлишко. Барахлишко собираем. Всяких вот гаденышей. Хоботок гнуса. Хоботок гнусный гнус. Там что за дым? Какой-то дым там. И мы уже почти пришли на место. Это что такое было? Привет. Карликовый Ягай. Мишка, медведь, мусорщик. Тут мясо ягая, шкура ягая. Похоже, они тут выездная охотничья экспедиция какая-то была, да? И доездили, соответственно. Антирадин, спасибо. Так, это берем. Ну и чё, пошли? Ходим, бродим, смотрим, изучаем окрестности. Вот так вот. Так. Музей ведьм Салема. А у нас задание куда-то закрыто на цепочку, понятно. Понятно. Прям ночь, ветрище. Так, бабища какая-то съеденная лежит. Так, что здесь? Голозапись, рядовой хард. Крышка. Осмотреть. Так, и наверняка голозапись, да? Роковые яйца. Какие роковые яйца? Вы чё? А, начато, роковые яйца. Прослушать голографическую запись рядового харда. Окей. Так. Разная. Голозапись, рядовой хард. Давайте, послушаем. Джеффрис, Ли починил записывающее устройство. Ну что, на такую работу ты рассчитывал, когда записался в стрелки? Таскать багаж из Линвудс для какого-то робота дворецкого? Как его там? Веллитон? Веллингем? Не сейчас, рядовой. Где Коннорс? На посту его нет. Ой, извините, сэр. Лейтенант сказал, что нашел какой-то след и пошел по нему. Рядовой Мартин? След? Какой след? Что за чертовщина? О боже, Коннорс? А где? Где остальные части его тела? Боже мой, эта тварь нас нашла. Сержант Ли, бери чемоданчик. Не спускай глаз с этого зверя. Все в музей, живо. Майор, майор, кто нас нашел? Твою мать, мне уже страшно. Вы слышали, там на записи кто-то орал? Ну, в смысле, рычал. Что-то я туда уже не хочу. Подвал музей. Но долг зовет. Долг под названием любопытство меня когда-нибудь погубит, действительно. Погнали. Позырим. Позырь. Ух ты ж, блин. Это кажется не кротокрыс. Да уж что-то действительно. Действительно, что-то кротокрыса не попахивает, какая-то здоровая. Ты куда, придурок? Запалишь контору. Ух, фу ты, блядь. Кто там? Охренеть, ребят. Это что?
Это что было? Ты кто? Ты видел? Иди вперед. Я прикрою. Твою ж мать. У меня тут полное погружение, еще ночь. Решил я тут ночью побегать. Обгорелая книга. Тут могут быть на... Фу ты твою! Что за нахрен? Что за звуки такие, а? Сейчас точно кирпичи наоткладываю. А дырки-то не слабые такие, да? В стенах. Зажигалка, изолента. Серебряный медальон. Так, надо из серебра, похоже, пули отливать какие-нибудь. Фу, да твою ж мать! Чё вы меня пугаете-то так, а? Ну нахер, надо валить отсюда. Черт возьми. Иди воюй. Иди вон, лестница, иди посмотри, что там. Да-да, вот сходи посмотри. Потом полдня отмывать придется. Что-то ссыково. Крышка, солнечные очки заберем, ядерная батарея, коктейль Молотова. Майор Джеффри, смотрите. Стрелок. Еще стрелок, да? Это вот эти вот, которые там с майором там что-то не разговаривали. Что-то они там с майором разговаривали, с каким-то. И похоже, вот он майор-то и... Антирадин, импульсная мина. Так. Там еще, по-моему, какая-то комнатка была. Надо заглянуть. По-моему, какие-то... Тараканы, не тараканы. Шуршат. Два стимулятора. Хорошо. От такого зрелища мутант бы холодным потом покрылся. Блин, братан, я уже практически готов откладывать кирпичи, не только потом покрываться. Ну, черт возьми, интересно. А что там у нас задание куда-то показывает? Так, осмотреть музей. Опа, видели картинку? Смотрите. Ух, блин. Ладно. Эти еще пугают меня здесь. Тут все хотят меня испугать. Я понял. Еще два стимулятора. Чудо-клей. Берем. Вот здесь же, да, он вот в дырку скидывал. То есть эта сволочь уже где-то... Фу, твою ж мать. Тихо. Тихо, без паники. Да что вы? Так, жопой к стеночке прижимаемся, чтобы со спины какая-нибудь сволочь не допала. А, жескач. Так. Ну там ящик, вот там по-любому что-то есть. Грогнок варвар. Берем. Ух ты ж, беги, блин! Ах, куда, 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 куда? Побежали. Побежали, не мешайся мне. Воюй вот с ним. На, на. Дикий коготь смерти. Ну, еще стреляй.
Да, еще перезарядись давай, да. На. Отлично. Ой! Ой! Ой, я пошутил. На, сука. Фу, блин, 137 опыта. А не так уж страшно, да? Фух. А, вообще не страшно. Испугался, нет? По-моему, не страшно было. Вообще ни грамма. Золотые часы, изолента, предохранитель. Интересуешься антиквариатом? Да, братан. Так, патроны, патроны, патроны. Гранаты. Музейные экспонаты, руками не трогать. Да базара нет. Крышка, патроны. Обгорелая книга. Разбитое яйцо когтя смерти. Вот про какие яйца тут говорили, да? Крышка, ядерная батарея, шашлык, лазерный карабин, грязный армейский шлем. Голозапись сержанта Ли. Так, послушаем. Гнездо когтей смерти. Дюжина яиц, а может и больше. Разбиты вдребезги все, кроме одного. Неудивительно, что нам ничего не сказали про содержимое чемоданчика. Если бы я знал об этом, то лично бы сказал и командирам стрелков, и этому ходячему бару Веллингему, куда они могут засунуть эти крышки. Похоже, теперь мы знаем, почему тот коготь смерти шел за нами от самого Линвудса. Мы же украли его детенышей. О боже, может, если мы вернем яйца? О, мамочка, привет. Ты вот это ищешь? И в конце такой... Взять. Доставить яйцо. Окей, кому доставить? Ну чё, пошли? Вояка. Ладно, окей. Я думаю, что минус одно задание. Нам его, по-моему, в Diamond City давали. И пока мы читали... И пока мы читали всякие задания, мне написали, что скоро закончится коммуна «Солнечные приливы». Поговорить с жителями. Давайте глянем, где это. Ну, «Солнечные приливы» — это же наше. Да, переместиться. Погнали. И у нас 40-й левел, ребята. 40-й левел. Это просто великолепно. Мы уже можем заряжать стволы по максимуму. Я вот себе пистолет нашел. 10-миллиметровые патроны потихонечку копятся. Я, кстати, достаточно много насобирал, но мне вот почему-то нравятся пистолеты. И нашел я аналог пистолета Келлога, вот этот точка 44. Вот этот вот пистолет я нашел, и он уникальный, ребята. Он стреляет двойными патронами, то есть он такой чуть-чуть. Ну, по факту, то есть типа два патрона. Здорово, что случилось? Нам правда не помешала бы помощь? И сразу я с ними разберусь, да? Давай, рассказывай. Неподалеку от нас поселились какие-то твари. Я боюсь, скоро они наведаются к нам. Что самое обидное, это место идеально подходит для строительства поселения. Я знаю людей, которые согласились бы там жить, если бы там было безопасно. Нужно проверить, в каком состоянии старая мастерская. Если она уцелела, то будущие поселенцы смогут ее восстановить. Да, без проблем вообще. Вообще. Хорошо бы. Мы уже не знали, что делать. Особняк семьи Крупов. Зачистить мастерскую. Так, смотрим. Особняк семьи Крупов. Зачистить мастерскую. Тут гули еще валяются. Откуда вас только набежало-то, ребят? Вы откуда здесь? А, мы же здесь маяк давным-давно вот этот строили, помните? А сколько вас здесь? Нифига себе вас здесь. 12 человек. Без воды, без еды, без кроватей. Ну, давайте вам что-нибудь построим. Так, и мы же можем линию снабжения, да, настраивать. Подождите, стопэ. Как сделать-то? Так, ты. Линия снабжения. Ку и...
Sanctuary Hills, да. Ну и чё? Сделали, нет? Или не сделали? Линия снабжения. Sanctuary Hills. А, все, уже не выбирается. Да, и смотрите, даже в замок. Я не могу людей оставлять в замке и не могу настроить линию снабжения в замок. Вот не знаю почему, кстати. Так, что ты идешь в замок? Молодец. Давайте им какой-нибудь домик, пару кроватей запиндюрим. Так, здесь у нас разобрать. Вот это разобрать все. Так, вот этого надо бы куда-нибудь выкинуть. Нахрен отсюда, да? Кровать какая-то непонятная. Вот так вот. Это разобрать. Это готовая кровать. Мишка. Разобрать. Так, ну в принципе все, да? Крышка, серебряные карманные часы. Так, давайте вот это вот. Мусор вот этот почистим немножко. Пошел сюда. Так. И теперь нам надо поставить кроватки им какие-нибудь, да? Кровати какие-нибудь поменьше. Вот эти вот, например, да? По-моему, вообще зачет. Вот так вот. Это кто сказал? Там, смотрите, мы Нападла. Это что было такое у нас тут? Так, перезаряжаем. Приказы супермутанта. Крышка, патроны. Так. Мясо жало крыло какое-то. Так, еще один. Так, ладно, с этими разобрались. Между делом замочили. Так, стоп. Ну, включайся. Да подожди ты. Так, у нас тут неожиданно какая-то стройка организовалась. Вот это разбираем, разбираем, разбираем. Вот это разбираем. Отлично. Что тут у вас еще можно разобрать? Вот это разбираем. Во! Шикарно. Так, что еще? Кровати, да? Кровати. Козырное место тут будет такое. Давайте вот так, наверное. Вот так. Вот так. Ну-ка, дайте залезть. Вот так. И вот так. Отлично, мне кажется. Мне кажется, просто великолепно, да? Хорошо. Теперь. Бочки, бетон. Это хорошо, все. Это все разбираем. Все, здесь больше, по-моему, нечего разбирать. Хотя нет, вот еще. Вот это. Что тут у вас еще можно разобрать? Дверь какая-то. Открыть. Ага, вам еще вот здесь можно построить всякой фигни, да? Окей. Так, ребятишки. Что-то они мне время отвлекают. Коробка со шпильками. Берем. Почему я здесь не взял? Не проверил, непорядок. Так, ты кто? Поселенец. Подождите. Вот сюда вот перетащим. Хавку будем готовить. Ну, например, вот так вот. Так, отлично, есть. Что вам еще надо? Воды нету, да? Воды и пищи. Так, вода, питание, ресурсы, вода. А какой-нибудь, может быть, вам большой генератор запендюрить? А у нас здесь нет никакой воды, да? Воды-то у нас здесь нету. Воды-то у нас здесь нету. Че, неужели колонками вам придется здесь фигарить? Ну давайте вот так вам сделаем.
Вот вам колонка. Мужик, отойди, не мешайся. Вот вам колонка, еще колонка. Еще колонка. Во, воды-то сколько, смотрите. 18. Пойдет, 21. Великолепно. Так, пища. Арбуз. У нас линия снабжения уже налажена, да? Великолепно. Великолепно. Так, что мы делаем? Что мы здесь выращиваем? Наверное, будем выращивать пищу. Кукуруза. Кукуруза. Еще кукуруза. Вы у меня, пацаны, будете кукурузу. Будете меня кукурузой снабжать. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. И вот так. По-моему, неплохо, да? Так, ты. Команда. Назначить. Так, ты. Назначить. Ты. А, нет, ты свой. Вон еще стоит. Так, давайте его. Так, ты, дружище, тоже на хавку. На хавку по-быстрому упал. А хавки больше не надо, да? Хавки больше не надо им. Так, хорошо. Разное. Что мы можем сделать? Станция сбора мусора. Ну, кстати, да, такая вещица. Вот сюда ее поставим. Во. Отлично. Где-то у нас был крендель один. Вот он. Не убегай. Иди сюда. Вот сюда. Гадость. Я понял, говорит. Так, пища не надо. Ресурсы, вода. Хотя нет, давайте им еще посадим мутофруктов несколько. Пускай они все-таки вот так вот. Они по целой единичке пищи добавляют. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. И вот так. Так, окей. Ты, дружище. Вот сюда иди. Давай, давай, быстро, быстро. Шнеля, время, деньги. Ресурс назначен. Да, действительно. Так, пеньки долой. Что вам еще можно сделать? Так, цветок дикой тошки. Разобрать. 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 Хорошо. С хавкой проблему решили, с водой решили. Энергии маловато, да? И защита по нулям. Окей. Оборона. Нет, подождите. Сначала мы сделаем вот так вот. Структуры дерева. Лестницы. Ну-ка. Ну-ка. Вот так вот. Великолепно, по-моему, да? Шикарно. Шикарно. Мне нравится. Окей, теперь оборона. 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 Турели. Крупнокалиберные пулеметы работают без электричества. Что ты будешь делать? Поэтому мы их вот сюда вот. Вот так вот. Вот так вот. Отлично. По-моему, великолепно. Да, ребят? По-моему, вообще крутяк. Так, хорошо. Теперь, что вам... Цветок дикой тошки разобрать. Вот тачка, это сталь. Разобрать. Так, здесь что такое у вас? Разобрать. Разобрать. Тут еще дикие гули валяются. Разобрать это все. Хорошо. Так, здесь. Разобрать, разобрать. Все долой. Вот так вот. Это им абсолютно не надо. Всякие папки и прочее им. Мне кажется, абсолютно не нужны вещи, да?
Погнали. Ну, мы, в принципе, полностью уже им тут все зачистили. О, керамика. Резина пойдет. Дерево. Дерево, как всегда, очень много. Вот, видимость будет. Видимость хоть будет, будет простреливаться здесь. Так, здесь дикую тошку эту. Все равно жрать нельзя, да? Поэтому вот сюда. Дальше. Это тоже убираем. Какие-то кровати непонятные, панцирные, убогие. Все убираем. Кофейные столики, кровати. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Так, здесь. Давайте. Так, стоп, стоп, стоп. Крышку забираем. И вот это вот. Что не утащишь, кидай мне. Догнал, лови. Не могу утащить. Заколебал. Так, хорошо. С этим вроде как разобрались, да? Есть контакт. Так, смотрим дальше. Что мы можем сделать? По обороне. Нам нужно как-то продумать оборону им. Какую-то оборону им надо сделать, да? Так, а здесь у вас что за... Что за... Вот это убрать. Первая помощь. Вот это убрать. Это тоже все убрать. Вот так вот. Вот так вот. Стулья. Вот так вот. Эх, терминал, забыл посмотреть, что там есть. Так, а вот эти ворота упавшие разберутся, нет? Нет, они не разбираются. Вот, стул освободился. Спасибо. Разбираем. Вот этот хлам. Хлам, говорю, вот этот. Надо куда-нибудь. Помогай, Ник. Чё ходишь, смотришь? Я за руки, ты за ноги. И вперед таскаем. Какие проблемы? Давай, давай. А может быть, мы их вон там складируем, кстати, чтобы они не мешались, да? Давай-ка вот сюда. Давай. Вот так. Вот так. Отлично. А то валяются посреди поселения. Уныние нагоняют, да? Давай. Ник, балбес, блин, помогать не хочет. Так. Вот так. Отлично. Так, смотрим, что у нас здесь есть. Мебель, структуры, двери. А что, не ставится сюда, что ли? Я хотел закрыть здесь. Хм. Ладно, окей. Так, нам бы вот как-нибудь по центру, вот здесь вот наверх бы сделать... А здесь нет, тоже не ставится. Жалко. Очень жаль. Очень жаль. Так, структуры. А, смотрим, что у нас есть, да? Мы можем, в принципе, сделать... Подождите, какие модульные дома? Полы. Вот это меня интересует. Мы делаем... Мы делаем, наверное, проще, да? Мы делаем... Вот так. И мы делаем. Блин, не видно. Другой стороной надо прицелиться. Давайте. Ну вот, как-нибудь вот так вот, да? Мне кажется, неплохо. Чё тут? Большой зазор, нет? В принципе, идеально практически, да? Лестницы. Так. Вот так. Вот так. И здесь надо как-то вот... Как-то надо вот здесь вот... Подождите, стоп, полы. Вот так вот надо продумать как-то. Так, подождите, надо как-то наверх попасть мне. Вот, видите, полы здесь могут поставлены быть, да? Подождите. А как бы мне... Как-нибудь бы мне вот повыше туда поставить бы. Но это, в принципе, надо для начала, наверное, лестницу поставить туда, да? Лестницы. Вот такая вот лестница.
Ну-ка. Подождите, секундочку. Вот как-нибудь пока что вот так залазим. Отменяем. Эту лестницу мы сохраняем. Так, и теперь надо вот здесь как-то построить полы нам, да? Полы. По-моему, вот... Вот великолепно будет, вот если будет... Вот как-нибудь... Ну, вот так, например, да? Сильно криво, нет? Как вы считаете? Ну-ка, аккуратненько. Аккуратненько. Ну, по-моему... По-моему, вот так норм будет, да? Окей. Это сюда. Это сюда. Это сюда. Ну, давай прилепляйся. Это сюда. Это сюда. Это сюда. Это сюда. По-моему, великолепно, ребята, да? Как вы думаете? Только высоковато получилось, мне кажется. Для лестницы-то. Мне кажется, перебор. Хотя, вы знаете... По-моему, вообще шикарно. Просто шикарно. Так вот, чтобы с любой стороны можно было забегать, не раздумывая, да? А вот так. Все пойдет. Вот так вот поднимаемся, и все. И у нас здесь... Здесь у нас что будет? Модульные дома, да? А давайте мы с вами сюда поставим, например... Подождите, не дерево только, нам металл нужен теперь. Модульные дома. Конец коридора. Да, в принципе, почему бы нет? Как-нибудь. Не хочет он туда ставить слишком близко, да? Ну, например, ну-ка, вот так. Мне кажется, пойдет. Так, сюда мы запиндюрим. Так, питание, генераторы. Большой-то не влезет, да? Давайте средний. Вот. Вот так вот. Великолепно. Так, здесь у нас что? У нас там уже стоит, да, генератор? А, соединители-переключатели. Вот так вот. Отсюда берем, тянем вот сюда. Подожди, отмена. Соединители-переключатели. Отсюда мы, например, вот так вот делаем. Вот так вот. И вот так вот. Все, все, все хорошо. Дальше мы делаем что? Дальше мы делаем, например... Да-да-да-да-да-да. Неожиданно у нас такая строечка получилась. Я думаю... Так, стены. Интересно. По-моему, отстой, да? Да, ребят? По-моему, отстой. Поэтому мы сейчас сделаем по-другому немножко. Вот так вот. Вот так вот. А, сюда мы, наверное... Сюда мы, наверное, запиндюрим. Еще один генератор. Во, классно. Вот здесь сразу соединим, да?
Вот так вот. Сколько энергии? 13. В принципе, для моих корыстных планов этого должно хватить. Теперь мы делаем структуры. Дерево, полы. Теперь мы сделаем вот так вот. Как я хотел это сделать? Вот так вот, например. По-моему, даже почти ровно. Вот так вот. Нет? Блин. Ну, чтоб тебя. Вот так вот. Да. Посмотрите, практически... Практически идеально, надо только вот так чуть-чуть сдвинуть. Вот, отлично. Так, хорошо. Теперь лестницы. Лестницы, сказал. А это не поставится? Великолепно, ребята. Вы только посмотрите, какая красота, да? Какая красота получается. Так, теперь... оборона. Турели. Мы можем поставить какие-нибудь, например... Да, ракетная турель, почему нет? Мы помним, как в замке они там всех разрывали. Вот так вот. Вот так вот. И... Вот так вот. Попробуй подойди, называется. Так, это сюда. Это сюда. Это сюда. Шикарно. Шикарно. Так, оборона. Еще что делаем? Структуры. Дерево. Лестницы. Еще мне нужна лестница. Какая-нибудь. Вот здесь нигде не поставится. Нет? Ну, не очень удобно будет, да? Так, это куда лестница у меня строится? Нет, 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 мне туда не надо. Здесь мы, например, вот так, если поставим, как будет? Удобно, неудобно? Мне кажется, удобно вполне. Вот здесь только не совсем гламурно вышло. Да, почему нет? Смотрите, какая красота. Так, есть оборона. Питание, оборона. Сколько у нас энергии? 13. Так, ставим. А это жрет 2 единицы, да? Вот так вот. Вот так вот. И... Вот так вот, например. Хм, не гламурно. О, пойдет. Так, стоп. Сюда, 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 вот сюда и на всякий случай вот сюда. Все. Оборона. Так, у нас энергии не хватает, да? Блин, надо было вот за место вот этой штуки поставить еще один вот такой вот бункер, и было бы неплохо, да? Было бы вообще неплохо. Но это, в принципе, все решаемо. Это все решаемо. Вот здесь вот у нас что-то непонятное стоит. Так, давайте посмотрим. Структуры. Металл. Стены. Дверной проем какой-нибудь. Так, это... Так.
И здесь не влазит стена у нас, да? Вот так. Блин, не влазит. Смотрите, что. Сохранить мастерской. Да. Вот так. Так, есть. Дерево. Стены. А здесь можно, в принципе, от себя тяну построить какую-нибудь. Мне кажется, пойдет им вообще просто здесь. Прятайся, не хочу, называется. А чё так она далеко-то ставится? Да. Ну, как-то... Как-то не очень. Но, тем не менее, уже никто не пройдет, да? Вот так вот. О, пойдет. А эти двери я не знаю, как закрывать. Ладно, с этим, опять же, увлекся я что-то. Такое убожество здесь получилось. Надо будет подумать, что здесь сделать. Все это убираем. У нас, в принципе, и так неплохо все получилось, да? Нам теперь нужна энергия немножко еще. Буквально чуть-чуть. Буквально чуть-чуть. Блин, питание, генераторы. Прям вообще чуть-чуть. Да вот сюда я хочу поставить. Нет, не ставится. Ладно, окей. Нет. Так, секунду. Нет, не лезет. Жаль. Было бы неплохо, да? Было бы неплохо. Прям совсем не дурственно получилось бы. Вот так. Вот так. И вот так. Ну-ка. О! Великолепно, на мой взгляд. Ребят, как вы считаете? По-моему, супер, да? Идея... Идея супер. Так. Так. Ну. Так. О, отлично. Все. Вот это сюда, это сюда, а это вот сюда. Все, энергии 31. А, нет, провод не надо сохранить в мастерской. Так, в принципе, все здесь, да? С обороной мы им решили, все решили, все шикарно, все отлично. По-моему, супер. По-моему, супер. Да, мне нравится. Хорошо. А я упал. Вот, вот это я понимаю. Такая раз и с места в галопом просто раз и организовалась такая. Ник, тебе нравится?
Как у нас поселение теперь защищено? В принципе, у них что? Поспать есть где? Места 13. Можно, в принципе, на вырост еще кровати поставить. Например. Им же без разницы, где спать. Зато, если придут... Ник, отойди, пожалуйста. Спасибо. Зато, если придут, им будет где спать. И подумай, что генераторы над башкой шумят. Это вам... Вот так. Все, готово. Погнали. Теперь мы смотрим, что там нас просили, да? Инфа. Зачистка. Особняк семьи Крупов. Зачистить мастерскую. Окей. Погнали. А насколько далеко это? Это вот... Нифига себе. Нифига себе, сказал я сам себе. Ну пошлите вот на консервный завод, наверное. Сделаем подлиннее немножко серию, да? Погнали. Только не тупим, все по-быстрому делаем. Лутаемся чисто патронами, лутаемся так по минимуму. Это что такое летает? У нас тут братство стали? А мы его сможем сбить? Нет, интересно. Давайте проверим. Вон сидит за пулеметом, смотрите. Ой, в кого работает? Пиу-пиу-пиу, смотрите. Офигеть. Не-не-не, я не буду им помогать. Я не буду им помогать, я хочу посмотреть, как эта херня завалится. И там с плазменных пушек по нему работают, смотрите. Давай-давай-давай, быстро-быстро-быстро. Быстро поднимаемся. Смотрите, плазмы по нему работают. Все, огреб и сваливай, да? Смотрите, прям плазма по нему. Чу-чу-чу. Крутяк. Нет. Пацаны серьезно настроены. Дыш-дыш-дыш-дыш-дыш. Ну ему влипает, влипает, смотрите. Бах. Че, садится? Ой-ой-ой. Бабах! Охренеть! Да, я жесткий тип, я не помог пацанам, но... Блин, а куда вы там? Пацаны! Они идут под водой! Вы выжили, что ли, чуваки? Ничего полутать нельзя? Смотрите! Ты кто? А, ты Ник. Так вы сейчас утонете нахрен. Или не утонете? Братан, поговори со мной. Обалдеть. Они выжили, смотрите, ребят. Десант выжил. Ну не знаю, выживут они там, не выживут, но... Мы, наверное, сходим тогда все-таки... За заданием не пойдем. Мы сейчас прогуляемся вот сюда. Тут у пацанов, наверное, какие-то классные плазмопушки, которые позволяют сбивать вот эти вот хренолеты братства стали. Я все забываю, как они называются. Маяк Кингспорта. Проповедник детей атома. Да-да-да, мы уже... Тихо-тихо. Мы уже таких встречали. И они тоже работали по нам с плазмы. Так, как сюда залезть-то? Пустите. Пустите. Вот так. Так, кто-то внизу там бегает. Еще где-то стрельба идет. И где-то высоко. А, вон там на маяке. Ладно, окей. Вон, Ник уже с кем-то воюет. Ну-ка. Дыщ. 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 Готов. Ох, сколько их там, а! Ядерная батарея, патрон, лазерный карабин. Ну, пока возьмем. Нифига себе, дельфины.
Обалдеть. Так, 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 так. Куда, куда, куда? Погнали чистить. Быстрое сохранение. Крышка, гамма-пушка, смоляника, гамма-пушка. Так, хорошо. Вот здесь мы двоих замочили. Надо с них гамма-пушка. Стволы надо с них поднять. Изоленту берем. Масленка. Клей. Ник, что там? Никого нету. Мы же, по-моему... Ой, какая радиация здесь. Валим. Мы же здесь, по-моему, двоих завалили. Или нет? Или да? Окей. А я слышу, что такое? Сейчас, погоди. Сейчас придем. Сейчас услышишь выстрел моего револьвера. Ну-ка, иди сюда. Прости меня, Атом. Готово. Нифига себе, мне еще радиация прикуривает. Так, эти пока наверху. Окей, пошли дом чекнем. Крышка, патрон. Гамма-пушка. А я. Возрожденное дитя Атома. На тебе. Дитя Атома. А я. Куда ты стреляешь? Подлюка. Антирадин, гамма-пушка. Так, 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 где война? Тихо. Иди сюда. Иди сюда, не убегай от меня. Дыщ. Пойдет. Гамма-пушка, не знаю, что такое, на какие запчасти разбирается, непонятно, но... Бам! В лицо. Бам! В лицо. Бам! Пойдет. Сбили стрелка. Патрон. Гладкоствольный. Что-то с какой-то фигней он по нам, по-моему, работал. Тут есть оружейный. Кстати, смотрите. Тут можно поселение свое забацать. Так, где ты там? Иди сюда. Я уже поднимаюсь. Ух ты ж, как больно-то мне, а? Дыщ. Еще разочек. Бу-бух. Жесть. Разрывает. Пойдет. Так, ну в принципе все. И радиации-то посмотрите сколько. Сколько? Хватит одного, нет? Или еще надо? Да, еще один надо. Стимулятором сразу ширнемся. Прикольно. Привет. Как дела? Вот так вот. Светящийся. Ядерный мини-заряд. Крышка. Арбуз возьмем, посадим где-нибудь. Светящийся вместо лампы на маяке. Хитро придумано, ничего не скажешь. Да, действительно. А я его убил, да? Блин, кто же нам теперь светить будет? А там внизу вода есть? Чтобы нам как-нибудь... Я не могу прыгнуть, что-то мне мешает. Черт, я бы скакнул. Не долетел бы, понятно, но было бы весело, мне кажется. Было бы весело. Так, давайте посмотрим. Поселение это. Можем мы к рукам прибрать или не сможем? Всех мы убили. Да, теперь вы можете использовать мастерскую в следующем пункте. Великолепно. Оружейный верстак. Гамма-пушка, 6 штук. Разбираем. Пластмасса, сталь, болт. Разобрать. Это все разобрать можно. Вот вот такая у меня еще штукенция есть. Смотрите, зуб кремва. Ритуальный клинок какой-то. В каком-то карьере я ее откопал.
Лазерный карабин. Во. Все, ресурсов у нас опять просто вагон и маленькая тележка. Ресурсов у нас опять очень много. Ну, в принципе, все, ребята, да? Так, дом проверим сейчас. Терминал. Маяк. Наши братья и сестры из кратера поручили нам указать путь другим к сиянию атома. Благословленные атомом создадут маяк на вершине этой башни. Их свет привлечет верующих. Правоверные смогут помолиться у башни, а затем продолжат паломничество к кратеру. Слава атому! Угу. Еретики. Судя по всему, маяк привлек и еретиков, которым надлежит продемонстрировать могущество атома. Тех, кто к нам не присоединится, надлежит очистить, а затем можно пустить их на корм благословленных башни. Славься атом. Маньяки. Маньяки. Так, смотрим, что здесь есть. Чистящие средства, кофейники. Торговец какой-то валяется здесь. Его карьера на этом закончилась. Да, это все можно будет разобрать. О, сейф. Сейфы я люблю. Великолепно. 2 миллиметра. Электромагнитный картридж. Забираем. Патронов у нас. И карта обновлена, смотрите. Опа. Обезвредить. А почему она красная была? Я же это... Я же, собственно, в своем поселке хожу. Так, что здесь спрятали от меня? Что-то я не пойму. Ловушка стоит. Так, давайте. По-быстрому. По-быстрому здесь тоже строечкой подзаймемся. Так, это разбираем, это оставляем. Это разбираем. Это все разбираем. Лазерную ловушку разбираем. Так, все здесь чисто. Источник радиации. Тоже разбираем. Нафиг нам это не надо. Так, это разбираем. 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 Ох, сколько здесь, смотрите, чего тут только есть. Водка. Разобрать не можем. Ну-ка. Диски. Тоже забираем. Что-то разбираем, что-то забираем, да? Так, двери оставляем. Стулья. Автомобиль. Сектор приз на барабане. Резина нам тоже пригодится. Создадим здесь какой-то форпост. А что, пускай стоит. Какая-то лестница была. Бетон нам тоже нужен. Вот так вот. Вот так вот. Все? Все. По-моему, чисто. А что, неплохой такой поселок, мне кажется, здесь получится. Потом мы его здесь укрепим. Заборы здесь вот нафиг не нужны. Мне кажется, вообще абсолютно плавник какой-то. Дерево, которое вынесло. Дерево, которое вынесло водой. Так, есть. По-моему, великолепно, ребята. Тачку убираем. Вот. Прям по-быстрому все делаем. Вот так вот. А уже в следующей серии, я думаю, мы пойдем уже помогать. Помогать этим поселенцам. А, кстати, как далеко? Лампу не могу разобрать. Оружейный верстак, да, здесь? Окей. А, смотрите, я еще могу и вот эту штуку. Здесь могу пошаманить немножко. Вот так. Вот так. Порядок наведем. Вот это вот. Почему не могу вот это говнище прибрать? Вот. Мне не нравится дохлые рыбы у меня на базе. Я бы хотел от них избавиться.
Сорочки всякие. Вот. Вот уже почище стало, да, ребят? Уже прям неплохо. Уже похоже на какую-то обжитую территорию. Так, здесь все. Вот здесь еще порядок наведем. Текстиль. О, красота. Сталь, масло. Вообще просто. Так, подождите, шкаф не надо пока разбирать. Коробка сигар. Вот так вот. А то упадет. Во, хорошо. Так, здесь что такое? Радиация. Убираем. Радиации мне здесь не надо. Все, радиации нет. Это великолепно. Еще бы вот этот корабль как-нибудь. Кто-то топает, нет? Еще бы вот этот корабль как-нибудь. Там, кстати. Ящик, ящик, ящик. Да, и там, кстати, жмур валяется, которого мы, собственно, пристрелили самым первым. Вот так вот это все разбираем. Гамма-пушка разбираем. Ну и все, в принципе, патроны для гамма-пушки. Так, вот здесь мы делаем попроще немножко. Да ну, дитя атома. Кстати, у них... Вот это вот... Одежда с дуршлатом на башке. Так. Аккуратно. Аккуратно. Человек за бортом. Готов. О, сейф еще есть. Как-то я его не заметил. Великолепно. Так, 10-миллиметровые патроны. Это мне нравится. Ты прям как дирижер у пульта, любо-дорого посмотреть. Да не говори, самому нравится. Все. Ник. Тут терминатор доморощенный. Прошел, все сломал мне здесь. Ладно, окей. Так, что мы делаем? Жетон братства стали. Берем. Так. А все-таки они кого-то сбили, да? Смотрите, ребят. Все-таки они кого-то сбили. Ну, в смысле, из этого вертолета этого. Кого-то выбили, и вот он упал. А потом уже те-то. Потом уже те полетели и там где-то разбились. Убились успешно. Так, вот этот. Вот этот мусор мне куда-нибудь подальше отнести. Хоть. Вот так вот. Отлично. Никаких врагов там никаких не видно. Да я здесь забирался же, я знаю. Вот, пойдет. Так. Надо порядок. Порядок в доме навести надо. Пошли. Так, ну мы пока вот так вот в кучку их поскидаем. А потом я займусь. А потом я займусь этим. То есть здесь что-то еще не прибрано было, да? Да. Отлично. Пойдем-ка. Пойдем, дружище. И в башне, по-моему, еще один был. Ну, в башне все просто, мы его возьмем и скинем вниз. Прям он где-то у нас там ближе к середине валялся, да? Мы его прям вниз скинем. А может быть у нас поселенцы заявятся, и они, собственно, займутся здесь приборкой. Как вы считаете? Вот за ногу его. Можно потом взять поселенцев сюда, когда набежит. Поснимаем вот с этих трупов одежду. Оденем поселенцев, и они будут изображать из себя здесь. Так, а где этот? Здесь же был. Вот он. Так, ну-ка.
Пойдет. Пойдет. Че, Ник? Летает тут что-то, да? Дай-ка пройду. Пошли. Безголовое существо. Так. Идешь такой, тащишь на ноги, ему наступил, споткнулся и упал вот эту в кучу трупов мордой. Весь испачкался такой. А, фу, мерзость. Ну чё, дружище, хорошо мы с тобой повоевали, да? Управились. А, вентилятор, мне показалось, там какие кто-то ходит, как будто тень промелькнула. Так, ну и в принципе все, ребята. Я думаю, что на этом мы будем заканчивать, да? Давайте мы сейчас, наверное, сделаем... Вот здесь окна мне не совсем нравятся, поэтому мы, наверное... Мы, наверное, как-то вот так вот сделаем. Потом мы сделаем вот так. Нет. Вот так. Здесь мы сделаем... Так, а где у меня было питание разное? Вербовочный радиомаяк. Привлекает... Как мухи на говно к вам полетят поселенцы, говорит. Подождите, а как мне поближе-то его сделать? Во, вот так. Вот так. Необходимо электричество, да, ему? Вот так. И сразу большой генератор запиндюрим вот сюда. Нет, не встанет. Ну да и... Ну да и пес с ним, с этим генератором. Поставим. Поставим средний. Вот так вот. Вот так вот. Все, работает. Все великолепно. Поселенцы у нас пойдут. Воды здесь нет, пищи нет. Но, в принципе, они придут, и мы, соответственно, сделаем тут им уже полностью всю базу вот эту вот. Как-то мы им здесь все это решим вопрос. Ресурсы, вода. Эх, керамики одной не хватает. Да, одной керамики не хватает. Ну, появятся поселенцы, мы им, соответственно, натыкаем. Вот здесь вот еще. Прям совсем порядок наведем. Ну, было же, я видел. Было же. Во. Вот так вот. Все, великолепно. Надо будет немножко керамики, надо будет немножко... Сюда вот поставим водочистные эти сооружения, поставим генераторов, поставим турели всяких разных. О, кстати, один человек появился, смотрите. Кто-то уже пришел. Ты где? Ты где? Братан. Ты где? Где ты, сладкий? Тут еще какой-то у нас торговец. Вот так вот. Ник прям нам не хочет помогать. Вон он. Вон он пришел, смотрите. Вот, у нас тут работа есть. Барышня. Так, ты у нас... Линия снабжения куда? Sanctuary Hills. Да, все. Ты у нас занимаешься снабжением. Отлично. И теперь мы можем развлекаться как хотим, потому что в Sanctuary Hills у нас чертова гора ресурсов. Прям очень много их там. Так, ресурсы, вода.
Во, теперь у нас есть все необходимое для жизнедеятельности, да? Ну, например, как-нибудь вот так вот. Необходимо 5 энергии ему. 5 энергии. Это что было? Придурок, на мину, что ли? А, дурочка. Дурочка, ты на мину, что ли, наступила? Фу ты, блин, пугаешь. Нормально все. Все хорошо, нога заживет, все будет великолепно. Итак, на чем мы остановились? Остановились мы на том, что у нас с вами... У нас с вами здесь... Так, секундочку. Да ну... Сколько можно ходить по... По всяким разным нехорошим местам. Нет, не поставится. А жаль. Мне очень... Да ну! Ты... Ты чё творишь-то, блин? Послал, говорит. А, вот это что ли? Окей. Послал, говорит. Иди, снабжение. Принеси нам что-нибудь. Вон еще мины лежат. Надо убрать, а то это сейчас... Вот так. Все? Мин больше нет? Ник, ты тоже, да? Пугаешься? Тачка не взрывается? Все, она пошла. Она пошла в Sanctuary Hills. Великолепно. По пути, почистив все тут. Все, что можно. Даже взорвав вот этот вот трейлер. Ну, абсолютная маньячка. Нормально, нам такие нужны. Все будет... Хорошо. Так, вот дверь закрываем. Класс. Ну вот, ребята, как-то вот так. Я думаю, что на этом все-таки серию прекращаем у нас, потому что она и так уже час, наверное, с небольшим идет. Время я не засек, к сожалению, но я думаю, что часик-то мы точно снимаем. Вот такие дела. Увидимся с вами в следующей серии, а я пока немножко здесь порядок наведу, и мы будем... И мы будем уже с вами продолжать выполнять эту миссию, и потом начнем сюжет дальше делать. То есть пообщаемся с теми кренделями, кто там в теплице у нас, там семейство какое-то, да? Не семейство, там кто там у нас? Особняк семьи Крупов, зачистить мастерскую. То есть там всех зачистим. И он, кстати, дирижабль братца стали висит, да? Мы его уже видели, что он пролетал. Все, ребята, на этом я с вами буду прощаться. Увидимся. Всем счастливо, всем пока-пока.